когда человек даже мысленно не может, это проклятие его рода. Родить ребенка или почему в жизни ничего не получается, человек напрямую связан с планетой Земля. Земля — это мать, она дает человеку все. А где находится точка матери? А это наша вторая чакра, наш животик. И центр этого всего — это солнце в виде нашего пупка. Оказывается, в случае, если человека не получается там зарабатывать деньги, ни прихода никакого нет, ничего не получается в жизни, не получается ни заработать, ни двигаться вперед, ничего, то же самое, представьте, будто вы беременные, несмотря на то, что вы женщина или мужчина, и гладьте свой животик, представьте, будто там находится ребенок. Кто этот ребенок? Это ребенок, ваша первопричинная хара, или ваша рожденная длина вашей жизни, ваша врожденная длина вашей жизни в виде такого ребенка. Чем больше ребенок или чем дольше ребенка представляет в своем животе, и чем сильнее гладить такой животик по утрам, то тем больше в жизни будет у вас в дальнейшем длина жизни. К чему это приводит, помимо материального благополучия, помимо дохода материального, это дает возможности еще и привести к тому, что потом будут дети. Какие существуют эзотерические практики, которые могут помочь женщине забеременеть? И есть ли такие? Конечно, тоже есть. Женщина должна представить, будто между яичниками у нее находится полумесяц. Этот полумесяц на выдохе выдвинуть на расстояние ладонью и поставить у себя на уровне мочевого пузыря и матки. При этом представить, будто там находится чаша, и представить, будто в этой чаше находится ребеночек, как будто он находится в стеклянном таком шарике. Мысленно его связать с собой и своим пупком, и представить, будто вы его поднимаете и целуете, не глядя на этого ребенка, представьте, какого он пола. И если вам придет идея, что это мальчик или девочка, заведомо дайте имя. И после этого каждый день произносите слова, там, если показалась вам девочка, то говорите, там, Дара, жду тебя. Или там, Коля, приди ко мне. Таким образом, это вот метод, он действительно очень хорошо работает. Ладно, поехали.